Не победили, но попали в кадровый резерв. Штаб «Единой России» продолжает обсуждать итоги праймерис предварительного внутрипартийного голосования. На круглый стол пригласили и лидеров, получивших максимальную поддержку, и тех, кто нужных голосов не набрал. На круглый стол в областной парламент пригласили не только тех, кто в предварительном голосовании одержал победу. Высказать свое мнение и критические замечания смогли все участники праймерис. Депутат Госдумы Олег Колесников победил в Златоустовском округе. Он уверен, что внутрипартийные дебаты – это хорошая школа. Предлагает в следующий раз активнее привлекать к работе местных специалистов и представителей общественных организаций. Есть в каждом городе свои люди активные, которые вот имеют жизненно такую позицию, действительно не безразличны судьба города. И надо их собирать, надо уметь их привлечь, чтобы они пришли. Лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш уверен, проигравших в этой борьбе нет. Партия внимательно следила за всеми кандидатами, и теперь они становятся так называемым кадровым резервом единороссов. А задача победителей – повторить свой успех на выборах в Госдуму. Думаю, что выдвинутые победившие на предварительном голосовании достойно будут представлять Челябинскую область на федеральном уровне и оправдают доверие избирателей. Основная работа еще впереди. Олег Колесников подчеркивает, что победу ему обеспечили избиратели. Поэтому встречи с ними станут главными в его графике на ближайшее время. Я считаю, что для депутата самое важное – это встреча с избирателями. То есть нужно побывать во всех коллективах, на всех предприятиях, во всей социальной сфере. Нужно разговаривать с людьми. И только тогда как бы, ты до конца поймешь проблемы как бы, каждого города. На мнение избирателей партия будет опираться и в работе по созданию предвыборной программы. Ее проект планируют обсудить уже 2 июня на партийном форуме, который пройдет в Челябинске.